Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто вы такой? Я... О, это очень сложный вопрос. Меня много. Я... Ну, в данном случае я Ситх, конечно же. Ситх, это из вселенной Звездных Войнов. Да, абсолютно верно, это из вселенных Звездных Войн. Злобный, черный-причерный Ситх. Из черных-черных глубин черной-черной галактики. Скажите, пожалуйста, сколько у вас ушло времени на создание косплея? У меня не очень много. Я... Сколько? Ну, это заняло примерно пару недель такой упорной работы. Но не у меня, повторюсь. Расскажи, пожалуйста, сколько ты делала, сколько сделала? В течение года. Целый год? Да. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, кто вы такой? Я Рагнар Лодброк из сериала «Викинги». Пришел сегодня показать себя. Скажите, сколько времени ушло на такой косплей? Сам костюм непосредственно делался, наверное, в районе 2 недель. Это очень короткий срок по косплей-меркам, по изготовлению костюмов. Просто быстро хотелось реализовать такого персонажа. Сколько времени ушло на создание такого костюма? На самом деле сложно так вот взять и сказать определенный срок, потому что ты берешь, делаешь постепенно какие-то части, то есть делаешь перерывы. Ну, я думаю, в среднем где-то месяца 4-5 уходит. Это в общей сложности. То есть я, например, в какой-то день я смогу вырваться к швее, да, там, обговорить с ним какие-то моменты. В какой-то день я сяду, начну крафтить какие-то части. Например, сегодня у меня недостаточно, там, не знаю, трубок не нашлось или еще чего-нибудь. Я на следующий день поеду, там, куплю, отброшу, там, на пару дней. Ну, то есть вот так вот. Это сложно так назвать прям вот конкретно человека-часы. Вот так вот. Правда, она прелесть? Сколько ты его делала? Честно? 2 дня. Сколько ты занимаешься косплеем? 4-й год. Это мой 4-й костюм. А самый первый костюм какой был? Фэм-версия Джокера. Здорово. Тебе здесь нравится такая атмосфера? Конечно, я люблю. Это мой самый любимый фестиваль. Сколько ты занимаешься косплеем? 3-й год. Какой был твой самый первый костюм? Из серьезных мой самый первый был Роуз из Титаника. То, что было до этого, я не очень хочу считать косплеем, потому что оно было не очень. Роуз из Титаника, это именно ее платье, да, такое? Да, у меня было красивое платье, в котором она пошла на светский ужин вместе с Ди Каприо. Вот, и танцевала, собственно. Тебе здесь нравится? Да, мне нравится. Только очень-очень много народу, и я боюсь, что будет завтра и послезавтра. Например? Ну, просто пройти очень сложно. Постоянно останавливают и фотографируют, и погулять не успеваешь. И я поняла, что нужно какие-то менее эффектные костюмы надевать, чтобы вообще походить где-то и погулять. Ну, тебе нравится такая популярность? Да я бы не назвала это популярностью. Это просто останавливают и фотографируют. Ну, люди веселятся, развлекаются так. А в принципе, да, но иногда поднадоедает, и мне приходится так отнекиваться и уходить. Это делать реже, потому что я же, не знаю, неплохой человек. Скажите, вы в первый раз на Комиконе? Четвертый. Четвертый раз. Вы четвертый раз как косплеер? Ну да, в общем да. Мы в основном выступаем на самом деле на сцене с боями постановочными. Что? Косплей это, ну, побочный эффект. Первый раз на Игромире? Нет, уже четвертый. Четвертый. А как косплеер? Как косплеер, 4-й год. Да. А раньше кем был? Кем я только не был. У меня есть Магнета, в прошлом году я был. Мы с Вандой вместе были, с дочерью. Ну, как бы, дочь, в смысле, Магнета, Ванда. Вот. Потом Роберт Лютес, потом Карателя. У меня есть Каратель, но я его не привозил. Вот. В этом году у меня еще Бласковец из Вольфенштейна. Скажите, в следующем году вы будете на Игромире? Обязательно. Я буду стараться Игромир посещать всегда, все дни присутствовать здесь и максимально выкладываться для того, чтобы люди, удивлять людей вокруг, радовать людей вокруг, в общем, и вызывать восхищение.